Содержание, ремонт дорог, водоотведение, благоустройство территории, ЖКХ. Об этом уссурийцы чаще всего спрашивают специалистов администрации. На встрече с главой округа жители Борисовки узнали о планах и той работе, которая уже была выполнена. В 7 сельских клубах прошел капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре. За последние 2 года в Борисовке отремонтировали дорогу по улице Колхозной, сделали уличное освещение. Фонари появились еще в 9 населенных пунктах. По программе «Тысяча дворов» благоустроили 19 придомовых территорий в Степном, Воздвиженке, Корсаковке, Новоникольске, Раковке, а в Борисовке сделали сразу 2 объекта по улицам Стрельникова и Новой. Как на всех таких встречах, глава округа Евгений Кош ответил на вопросы жителей. Вопрос по дороге. Спасибо вам большое, что были выделены участки под ЛПХ, но у нас получается 20 метров мы отсыпали до своего участка дорогу, дальше мы упираемся, можно сказать, что говорят, что земля принадлежит совхозу бывшему, вот, и мы ездим на свой участок через чужой участок. Евгений Корж пояснил, что эти земли давно раздавали людям как пай. Найти владельцев участков или их родственников сложно. А чтобы вернуть территории муниципалитету, понадобятся годы, так как это большой юридический процесс. Но тем не менее администрация округа работает над этим. Спросили жители и про ремонт дорог в селе. У нас, к сожалению, все дороги в селах, это центральные дороги, это краевые. Мы говорим, мы заберем дороги, и с Олегом Николаевичем договорились. Сейчас в течение 2-3 лет они придут в порядок, мы заберем их в округ, тогда будет проще, конечно, нам их ремонтировать. Также жители пожаловались, что до сих пор не создана инфраструктура в районе земель, которые выдали многодетным. Глава округа пообещал лично проконтролировать решение вопроса. Более того, поручил сотрудникам администрации организовать собрание владельцев участков, чтобы составить список проблем и пожеланий. Позже слово взяла директор Борисовской школы. Хочу поблагодарить вас от всех жителей села за восстановление монумента односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это был больной вопрос для нас, и сейчас у нас такой прекрасный монумент. А в этом году будет еще и облагорожена территория вокруг этого монумента. Жители Борисовки спросили у главы округа про интернет. Оптоволокно к селу подвели, но для того, чтобы заработал высокоскоростной, еще нужно проделать работу. Евгений Корж пообещал жителям решить вопрос, но все же отметил, что сейчас это не первостепенная задача. Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.